А теперь о трагедии, которая произошла в Махачкале в доме по улице Нахимова. Удар током унес жизнь 16-летней девушки. Все произошло в тот момент, когда она открыла окно. По данным регионального Минздрава, пострадала ее мать. Женщина в шоковом состоянии. Попыталась оттащить дочь от окна и от прикосновения к телу погибшей тоже получила электротравму. Однако медики оказали ей помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.